Ну-ка еще раз прочитай, что написано. До всей семьи. До всей семьи? Да. Ну, молодец. У нас целая куча посылок, полная сумка. Не, тяжелые не бери. Ну что, получилось? Вот, Дим, только старайся еще, смотри, вот здесь. Здесь и с торца вот здесь. Получается хорошо. Так, все, смотри, я тебе здесь... По прямой. Давай еще. Все, вытаскивай. Нет, остальные вытаскивай. Стоп. Подожди. Немножечко. Во. Чуть-чуть. Вот, молодец. Терпи. Ну что у тебя? Мы приехали в Леруа Мерлен, потому что у нас... Дима, аккуратно, открывай дверь. Потому что у нас снова накопилось много лампочек. Сейчас пойдем их сдавать туда. Это уже использованные лампочки. На. Мам, там огромные лампы. Угу. Немного батареек и лампы. Высыпай в батарейки и лампы. Смотрите, какие часы мы нашли в Леруа Мерлен. Это вот маленькие, большие, а вот это прям гигантские, они мне по пояс. Такие большие, вообще класс. Эти тоже большие, так мне нравятся. Ну, вот такие штучки мне тоже нравятся. Прикольные. Мы вышли на природу. Дома жарко, на улице жарко, везде жарко. И мы пришли в парк. Правда, забыли средства от комаров. Нас сейчас покусают комары, но, надеюсь, не сильно. Здесь вот такие горки есть. На велосипедах можно кататься. И мои тут катаются. Вон, Миросенька поехала. Там Дима где-то стоит, ждет ее. Моя девочка идет. Моя хорошая идет. Обидели тебя? Беговел твой Дима забрал? Угу. Ну ничего, он сейчас вернет. Он долго кататься будет. Не, он чуть-чуть покатается, ему тоже интересно. Садись со мной. Мы вот тут подстилочку принесли. У них тут с бабушкой, у Мирославы место для пикника. Мам, да. А где мой рюкзак? Твой рюкзак? Ты уже кушать, что ли, хочешь? Ну да. Бабушка тут нам котомочку дала. Сейчас посмотрим, что бабушка собрала. А ей тяжело его, Дим, нести? Нет, я не умею на самокате, Дима. Огурчики, яблочки и водичка. Что будешь, огурчики или яблочки? Огурчики. Ну бери, два тебе, два Диме. Ну, в смысле, один тебе, один Диме. Бери. Ой, она хорошая. Дим, хочешь огурчик? Я хочу, чтобы мне рот и мой самокат прививали. Сын, ну ей тяжело и твой самокат вести. Реально, большой он. Мы куда-то идем вниз. Мне кажется, там пляж. Я по карте не смотрела, но вот по звукам и люди туда все идут. Сейчас поглядим наш пляж городской.
Ну что, мы куда-то дошли. Вот лестница. Вот она уходит вниз. А вон там у нас пляж. Подольское Черное море. Молодцы! Так, что-то я еще кому-то обещал кабель. Так, потом. Готово. Значит, с кем мы? Мы сгоняли в Wildberries, я забрала обувь, вот купила детям. Вот эти сандалики сейчас идут по скидке 1500 с чем-то. Вот такие Мироси купила, розовенькие. И Диме брала, сейчас покажу. А Диме взяла вот такие зелененькие. С Мирославой я более-менее знала размер, а с Димой непонятно было. Поэтому я взяла вот такие и еще на размер больше. Вот, и ему вот эти подошли хорошо. Так что мы к морю готовы. Отпустила у нас чуть-чуть жара, набежали тучки, не знаю, убегут обратно или выльются. В общем, немножко отпустилась, жизнь наладилась. Дети в ванне плескаются, потому что жарко невозможно. А я достала мой чемодан. Сейчас буду его освобождать, чтобы уже можно было и закидывать в него потихонечку для моря все необходимое. Вот, чемодан прикольный, я его покупала с такой расцветкой интересной, еще в Англии. И вот думаю, он уже еле дышит, добить его. Мы его даже не заматываем пленкой уже в аэропорту, просто так запускаем. Так что вот, может быть, у него будет последняя поездка, не знаю. А может, выживет еще. Такой прикольный был.